Убейте большого папочку. Класс. По-моему, ему насрать. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Биошоконьку морскую могилу. Не забываем прошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Так. Дядь, ты закончился? Отлично. Ну, Кенсихер, ну и Кенсихер. This is a schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one. На нем рассказано, показаны такие же решетки в отделе электроники, в гарантийном книжном, в кафе и демонстрационном зале. Если она вентиляция, у нее есть всего 6 выходов. Бля, класс! Теперь уже 5. Все эти решетки ведут к центральному... если их закрыть, пойдемте в мерзотуру, ей придется вылезти через вентиляционную выпускную трубу. Мысли, блядь. А, вот. А че я не могу взять эту хуйню? Я хочу поменять! Ах, ладно, в сраку все. Что-то тра-та-та сделала. Так, ладно. Подожди, дорогуша. Подожди. Так, дробовик. Блять, 2 патрона, охуенно. Ах, ёб твою мать. Часу от часу не легче. Так, ну у меня отмычек уже целых 5. Блять, ты... в смысле тут нихуя нет? Хлопья перед... Ладно. Ладно, нихуя так нихуя. Ей, целых 12 баксов, знаете ли, а? А? Так, я вот это вот еще... О, тут целых 5 баксов. Слушайте, еще и Ева. Бля, я боксами разжился. Хорошо, теперь можно идти дальше. У меня 2 патрона. А тут целых 6. Вау! Сейчас будет мясо. Открывай. Давай, давай, Элизабет. Молодец, спасибо. Блять! Да, спасибо. Сука! Пошел нахуй! Класс. А патроны у кого-то будут? Закрыть. Отлично. Еще одну закрыли. Так, куда теперь? Да хуй знает, куда теперь. Подожди. Блять, 3 патрона. Класс. А где можно патроны купить-то? Так, для дробовика. Слушайте. Теперь больше. Так, я слышу музыку. Музыку патронов слышу. Где она? Бля, нет, это не музыка патронов. Это хуйня какая-то. Я думал, тут где-то эта срань с патронами есть. А, нет. Я там... А, нет, есть. Воу, да-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 да. Так.
Ты пустой. Так, отлично. Для дробовика мне надо карабин, дробовик. О, дробовик, класс. Купить. Блин, ну один патрон за 8 баксов покупать, это ну, такое себе, я бы сказал. Так, еще у меня есть пистолет. О, давайте для пистолета еще купим. Супер. Крутяк. Так, подожди, это, блядь. А, это, блядь, прям на торговый автомат переключает. Подожди, тут еще что-то есть. О, послушай. Так, хорошо, нашли аудиозапись с кодом Дима. Блядь, прости, охуенно воспринимаю английский на слух. Так, отлично, как эту санину выключить? Полагаю, нам как-то это надо вырубить этот малость. Поджарись! Вероятно. Хотя. Take your time. I'm fine down here. Не торопись, мне сюда. Да ладно, ладно. Так, Оль. Блядь. Да блинский блин. Я ж туда не доберусь. Черт. Найдите микроволновик. Сука, как эту санину вырубить-то? Где рубильник? Суки, рубильник-то где? Так, ладно, это торговый автомат. Вау. Бля, сейчас коляска взорвется, да? Не, не взорвется. Я ошибся. Я надеялся на худшее, а нет. Так, ладно, видимо, нам сюда пока надо. Черт, меня в некоторой степени напрягает то, что тут нет этого самого. Карта. Блять, кто орёт и где? Эхо, блять! А! Блять! А! Даже через это сработало. Вот это оно прошивает. Блять, они пустые. Так, дорогуша. Блять, он тоже пустой. Лично. Что у нас в сейфе? Блять. Плюс здоровье минус Ева. Плюс здоровье. Не будем бухать. Бухать не к добру. Давай послушаем. Observation number 17. Regarding unknown phenomena.
феноменом. Так, половину закрыли, класс. What? Men in strange hats. Women in larger dresses. Buildings that float. Is phenomena window to other space? Other time? What was it Einstein said? The only reason for time is so not everything happen at once. Так, найдите микроволновик. Блять, подожди, а чё такое микроволновик? Владелец кафе спрятал микроволновик в чулане неподалеку, чтобы открыть дверь. Используйте код из его аудиодневника. Я понял. Но мы заодно еще и двери открываем. Фу, блин, двери открываем. Закрываем эту санину. Electronics Tram. Привет, Бетард! Оп! Блять! Эхо, нахуй. Elizabeth. Child's play. Isn't everything just a wonder? All yours. The food, the band. Блять. Я думал, они живы. Здрасте, тёть. Really? You mean it? Старалась походить, чтобы влезть в это платье. Я хотела стать красивой. Всё для тебя. Пошла нахуй. I don't know if she was dangerous. Next time, I'll be sure to ask. Нахуй, вынесли. 50% шанс, что противник получит урон от пули в виде воспламенения, поражения током или заморозки. Отлично. Чтоб мы просто взяли или поменяли? Аж целый один патрон, мать моя женщина, господи, вот это да. Блять, кто еще разговаривает? Нихуя не... Блять, я уперся в манекена. Так, ну тут, типа, больше ничего же нет. Так, 150 баксов у меня уже тем временем есть. Хорошо, это неплохо. О, Ева. Why can't Franklin read quietly in a corner like I did as a child? Careless. Not a single thought to where an accident might leave us. Dr. Wortham prescribed a plasmid, a mother's little helper to keep me sharp. I've had my misgivings, but I let my guard down for a second. That boy may get himself killed. Пошла нахуй! Блять! Сука, опять сдох. Да-да, спасибо, Элли. Пошла нах. Блять. Эхо нахуй. Так. Меня никто убивать не собирается. Супер. Блять, отмычка это, конечно, хорошо, но... Но!
Стоп, тут-то я уже был. Че я сюда обратно-то пришел? Нихуя непонятно. Так, сюда я пришел. Ладно. Listen, honey. You know there's rats in there. The signs up. Твою нахуй! Блять, да что ж за. Да, давай! Блять, ты ёб твою! Боже, во что я опять уперся? Мне за это бабки еще отнимают. Да ёб же твою нах. Бля, ну классно. Так, мрази. Тихо, блядь! Лично. Так. Всё. Супер, оно за меня. Блядь, зачем я сделал это? Обоссанное богом управление. Хуй знает. Отмычки-то, боже! Да, хорошо, мне тут надо где-то найти... Для автомата. Блять, класс, у меня автомата нет. В общем, мне надо сейчас где-то найти это самое. А, вот оно. Закрыть. Okay, next one. Так, следующая пошла. Так. Ага. То есть еще в кафе. Блять, а где кафе? В отделе бытовой техники. Я понял. А где у нас отдел бытовой техники? Так, это у нас была. Был книжный. Блять! А чё этот мёртв? Понял. Блять, нормально по 25 баксов за воскрешение снимают. Так. Где, блядь, еще они? Так, дробовик, хорошо. Здрасте, дядь. Блядь, он пустой. Так, хорошо, этот я закрыл-то. А! Ты, блядь, где там? Face me.
Спасибо. Да заебал! Блять, вот там двое. Уложились прям писю в писю. Как будто у меня никогда и не было патронов. Заебало, блядь. А я хочу победить на пулемет. Почему я не могу его взять? О, два патрона есть, я напиздел, не пися в писю. Блять. Блять! И хули мне делать с тобой? Блять, я даже сойти с места не мог. Интересно, что будет, если у меня закончатся деньги? Спасибо. Блять, с них выпадает все что угодно, кроме того, что надо. Сука, я хочу взять блядский пулемет, почему я не могу? Игра, ну это издевательство. Интересно, это оно меня залагало или оно так и должно быть? Бля, класс, ну хорошо, я теперь самое. Полон сил, но толку от этого. Так, букстор. Теперь мне надо в электроник. Блять, ну отсюда я пришел. Так, подожди. Куда мне надо? Так, кафе надо и отдел бытовой техники. Бытовая техника, она как выглядит-то хоть? Так, впереди у нас... Игрушки. Где-то впереди. Так, в букстори я был. Ну, блять. Я не знаю, типа. Куда идем, что ли? Куда еще идти-то? Меня не особо куда-то еще пускают. Бредятина какая-то. А, я понял, у меня... Ладно, видимо, все же сюда... А, все же у меня есть этот плазмет. Так, customer сервис. Букстор. А, блядь, наверх, типа. Блядь, и как... Чего? Вы понял, что мне надо наверх? Вон тудашеньки.
Блять, как это сделать-то? Стоп, это какой-то другой магазин. Блять! Фу ты, ёб твою-то. Там две двери-то было. Салли, it's me, Booker. Now... Салли со Салли. Так, дробовик. Отлично, для дробовика есть, для ручной пушки. You come out now. Так. Sally, dear, do you hear me? It's me, Booker. Now listen, dear, you come out right now. Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Закрываем. Sally не пришла. There should be one more. Должна быть еще одна. Got a lock. Открывай. Looks easy enough. There. О, бытовые приборы. Я вас, мрази, уже вижу. Нахуй! Блять, сколько вас? Ай, хуёвая. Ай! Блять, больно. Да сука! Ёб твою мать, я даже не успел ёбнуть плазмидом напоследок. Сука! Пошел в сраку! А! Бля, что я сделал-то? Еще одна была, сука. Да она меня в спину ушатала. Так, ладно, хорошо. Почему я не могу взять? Странная фигня, но ладно. Чего? Максимальный запас для микроволновика. Охуенно, у меня его нет, но запас уже максимальный. Эть, класс. Ладно, хер с ним. Открыть. Заперто с той стороны, черт. Как нам? Смотри. По-моему, я смогу пролезть. Только подсади меня. Блять, ну давай. Как тебя подсадить-то? А, во, наконец-то. А помогу, помогу. Даже на жопу не посмотрели. Эх, обидно. I heard the little rat scurrying this way. He's good. What's taking so long? I can't get this. Come on. Just give me a second. Hey. Блять. Блять. Thank you.
сука. Пососи. Мои большие яйца! Ладно, они не пососут. Элизабет, это все тупо из-за тебя. Так, блять, где мы были-то? Я понял, бабла нет. Блять, только не говорите, что мне сейчас надо будет все сначала делать. Блять, класс, заметила, у меня нет здоровья. Да ёб твою! Ёбаный ты нахуй. Есть. Так, хорошо. Мысли? Я боеприпасы только пособирал. А толку мне с них? Если мне стрелять-то, блядь, нечем. Элизабет. Есть, отлично. С чего? О. Супер. Так, хорошо. Куда дальше-то? Я понял. Так. Стоп, там я справился? Ладно, вероятно. Пошел, блядь! Да вас тут больше, чем я ожидал! Блядь, блядь, нечем сражаться, игра, блядь, ну серьезно, что ли, нахуй? Блять, да. В смысле, она меня откатывает еще дальше, чем я был. А, ясно. Ладно, попробуем просто пробежать нахуй. Пошло в срок. Стоп, я вообще не понимаю, где я сейчас оказываюсь. Спасибо. Нахуй. 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 Есть. Я не знаю, это DLC-шка какая-то, она не веселая вообще ни разу. Так, собственно. Собственно, закрываем решетку. Ну, это последняя решетка. Где у вас труба в отделе игрушек? Окей. Так, хорошо, и где-то... Блять, где-то тут я видел... Вот. It's a radar range. Never could figure out if the thing's designed to cook так. A turkey or a splicer. Damn door's got a key code lock. Могут содержаться сведения. Get in without knowing what it is.
Блять, я ж помню, там что-то было. А, стоп, в аудиозаписях, блять, сказано ж, господи. А, их тут несколько есть. Стоп. Я помню, что было, но, блядь. Ну, блядь, там что-то... Три, что ли, было как-то так. А, Page Up, Page Down, господи, блядь. Чё так уверенно? Удобно, а? 3, 9, 5, 8, вот. Блядь! А ёб твою мать. А нет, верхний, блядь. 3, 9, 5. Есть, открыл. Так, класс, волновик взяли. Сука! Блять! Да, спасибо. Да где ты там? Да чё я идти-то, блядь, не могу? Блядь, он пустой. Пошло. Нахуй. Так, ну хотя бы здоровье есть, это уже хорошо. Блин, ну что тут везде пусто какого-то черта? Блин, я просто в ахере. Насколько в этой игре ничего, ну, в этом DLC ничего нет. Тут просто вечная пустота. Так, ладно. Блядь, да ёб твою мать. Ладно, теперь наверх надо. Волновик зато нашли. А что у нас по заданию? Найдите центральную выпускную трубу в отделе игрушек. Я понял. Блядь, зато волновика он меня дохуя. Но больше ничего нет. Класс. Ладно. Попробуем прошифтить. Здрасте. Пошли нахуй.
Выбора нет, шифтим. Тут патроны даже негде купить. Там у меня в принципе и не за что купить патроны. А, все, я понял. Блять, нет, не туда. Бля, игра. Какого черта происходит? Не, ну она пишет, типа, загрузка. Ну, бля, серьезно, аж настолько, что в принципе игра зависает. Так, сюда надо. Орешки, отдел игрушек. Вау! А тут мы еще не были. Вау! 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 Флэшбэки! Ща... Мне вот в принципе все время казалось, что это какая-то параллельная вселенная, когда пришла Элизабет помочь ему спасти малую. Я не понял, что именно, ну ладно. No sign of her. Looks like we'll need to turn up the thermostat if we're gonna flush her out. It's over that way. Придется выкручивать термостат. Ладно. Куда нам? Да, я понял. Thermostat's right there. Turn the heat up. Подожди. It's the only way to bring her to us. If you won't do it, I will. А выкручиваем, коль нет-то. Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat. Да, крути термостат, чтоб его. Do you hear that? We need to get back to the exhaust before we lose the girl again. Sally, come out! It isn't working. I told you she's not working. Turn it off. Turn it off. It's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Sally! Sally? Sally, it's Booker. Sally, выходи нахуй. Sally, come on. I'm gonna get you out of here. Sally! Come out here. Sally, не будь тупой пиздой. Выходи. Но... Блять! А чем мне батьку убивать-то? Спасибо. Бля, он меня допиздил. Убейте большого папочку. Класс. По-моему, ему насрать. На вот эту хуйню мою. Блять, да бать, ты где? Бля, бать, ну ты заебал. Потянь. Боеприпасов нет. Блять, у меня и Евы-то нет. Блять, это ёбаный ты в рот. Оп, Ева есть.
ammo! Vengeance is mine, saith the prophet. Блять, я не успел. Сколько придется батеньку валить-то? Почему я застреваю время от времени? Блять, еще минус здоровье. Блять, бать, ты где? Вау! Блять, больно. Бля, бать, иди в сраку. Нет боеприпасов! Бля, бать, иди нахуй. Пожалуйста. Что мне, блядь, с ним делать? Блядь, я идти даже не могу. Блять, ему вообще насрать на меня. То есть, блять, на этого. Есть! Мистер Дюит, the girl. Въебали, батю. Господи, наконец-то. Может, теперь вылезешь? Чё, не-не-не? Салли, у тебя сейчас жопа сгорит. Гляди, это Сара, она пришла тебя проведать. Мы идем домой. Господи, пизд... За что она там так хорошо держится? Это моя! Пусти, она моя! Выключай машину! Прям минус голова! Я все помню, все. Бедный ребенок. Она была твоей, пророк. Я не была. Но я была нужна тебе, верно? И когда чувство вины стало одолевать... Ты попросил нас помочь тебе. И мы нашли место, где можно обо всем забыть. Где никогда не было Анны. Комсток никогда не признал, не признал своих ошибок, верно, брат? Всегда терзался... Пытался присвоить тебе жизни других. Элизабет. Дитя. Мне так жаль.
Тебе не жаль, но скоро ты и правда пожалеешь. Ого. Вау. Конец первой части. В смысле, он сдох. Чё будет еще раз? Ну ладно. Что ж, на этом у нас заканчивается первый эпизод «Морской могилы», а второй эпизод «Морской могилы», как бы это было не очевидно, мы будем проходить уже в следующий раз. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока!